Ребята, всем привет! Спасибо, что пришли. Начинаем нашу вечеринку. Выпивайте, закусывайте, общайтесь. Скоро поделают кальянчики. Литпит и Трафик Кардинал вас рады приветствовать на нашей вечеринке. Мирослав, рады видеть на нашем митапе Литбит, Трафик Кардинал. Расскажи, как тебе сходка? Были какие-то ожидания? Ожидания оправдались. На самом деле пришло гораздо больше людей, чем мы рассчитывали. Да, мы просто счастливы. На самом деле харьковская арбитражная комьюнити оказывается такое большое, и нас это очень радует. И очень много новых людей, которых я на предыдущих мероприятиях, которых на самом деле было одно до этого, было намного больше. Это круто, что Литбит умеет организовывать такие мероприятия. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. Чем занимаешься? Расскажи. Занимаюсь, лью платный трафик на Нутру с Гугла, успешно. Сам или в команде? Сам, работаю соло, максимум мне люди какие-то мелкие технические задачи. Давно в индустрии? Начинал в 2013 году с зеленого кофе. Ветеран. Да, Ягоды Годжи. Ягоды Годжи где-то зацепил, но так, чтобы серьезно, последние года три. И как успехи? Удается. Я не жалуюсь, там личный рекорд, 700 лидов сырых дейли, это на пике. Класс. А так, в среднем 100-200 лидов в сутки. Какие-то еще вертикали пробовал? Пробовал немножко дейтинг, пробовал с Фейсбука совсем чуть-чуть гэмблинг, как-то не пошло, там нужно иметь свою экспертизу, поэтому я не стал углубляться, я решил сделать свой акцент на Google и о чем не жалею. Что у тебя сейчас по локациям разрывают регионы? До этого, позапрошлый год Европу отливал, тоже неплохо шло. Сейчас сконцентрировался на Латинской Америке. Какие следующие тренды видишь? Тренды хотелось попробовать Азию, но пока больше проблема с языковыми, в связи с тем, что язык специфический, его сложно проконтролировать, не прибегая к помощи к нативов, переводчика. Пока у меня например, Малайзия заходила, но больших объемов не получалось в таком духе. В сторону Африки смотришь сейчас этот тренд? Африку, да, интересно, но пока не пробовал. Марокко не пробовал. Ирак пробовал, но особо пока не получилось получить какой-то реальный результат. Класс. Мы тебе желаем огромного роста, стабильности. Да, спасибо вам за ваше мероприятие. Было очень приятно на нем поприсутствовать. Приятно, что пришли. Спасибо. В следующий раз подтягиваю всех знакомых, друзей, которые тоже в нашей сфере. Будем наше комьюнити объединять, знакомиться. Спасибо, Литбит. Я знаю Литбит еще задолго до Мака и знаю, что это крупная сетка. К сожалению, пока я туда наливаю немного, мой личный менеджер Мила, она меня все время пинает, буду стремиться. Значит, Мила плохо минает, пинает. Мы ей скажем. Да. Супер. Все, спасибо вам, ребят. Спасибо. Олег, я думаю, тебя многие знают, в особых представлениях не нуждаешься, но обычно ты в роли интервьюера. Сейчас поменялись немножко ролями. Мы приехали в твой родной город, сделали митап. Как тебе этот ивент? Все очень круто по уровню организации. Давно в Харькове ничего не было, ничего подобного. Поэтому я очень рад, что собралась такая тусовка арбитражная именно в Харькове со всеми местными. Все смогли прийти, познакомиться, пообщаться. Поэтому все очень круто, только положительное впечатление. Супер, спасибо. А по твоим наблюдениям, кого здесь больше, кто что льет? То есть это крипта или нутра, или гэмбла? Из тех, с кем я общался, здесь, в принципе, сбалансированная. Больше нутры и крипты. Но также есть какая-то часть ребят из гэмблинга, которые, в принципе, тоже хорошо отливают, судя по их рассказам. Лично проверить не могу, но по большинству преимущества нутры и крипты.
два самых популярных направления. Ну супер. Надеюсь, мы на самом деле не ожидали такого ажиотажа, такого спроса. Оказывается, в Харькове такое большое арбитражное комьюнити. Я считаю, его нужно еще дальше развивать. Вот. Поэтому общими усилиями давайте стараться, давайте общаться, давайте нетворкать, дружить. Все круто. В Харькове реально вы собрали классное комьюнити. Мы со всеми познакомились, обменялись контактами. Будем встречаться и помимо ивента. Это самое главное, как по мне, что объединяет. Общаться вне каких-то ивентов, не только по работе, но и как просто знакомым, друзьям. Это самое ценное, по-моему. Ну и подтягивать новых. Да, здесь, да, конечно. Здесь, на самом деле, да, тоже там с некоторыми ребятами общаешься. Кто? Да, мы, да, я был, я знакомился с ребятами, которые, с человеком, который льет Google 3 дня. 3 дня на нутру, на Колумбию. И это круто. То есть человек пришел, познакомился, пообщался с более опытными ребятами, которые льют объемы, и у него уже появляется больше интереса лить, потому что он видит, что здесь есть деньги, здесь есть комьюнити, с кем пообщаться, у кого набраться опыта, и это очень круто. Поэтому спасибо вам за ивент. Рады были видеть. Взаимно. Так, ну что, тут тяжелая артиллерия подъехала, опытные ребята. Ну что, деньги в арбитраже есть? Всем хватит? Конечно, всем хватит. И вновь прибывшим хватит. Все есть. Главное копать в нужном направлении. Как тебе ивент, как тебе митап? В Харькове, я так понимаю, не так часто комьюнити встречается. Слушай, на самом деле очень прикольно, классно встретиться с своими старыми знакомыми, с новыми лицами пообщаться. Очень приятно, очень круто. Круто вообще. Нашел новых ребят в свою команду? Пока еще не нашел, но в поисках. Подсказка, да. Да. Всех, кто хочет, приходите в Just Traffic. Топовая команда по гемблингу, по нутре. Так что залетайте, пообщаемся с каждым, дадим лучшие условия на рынке. Ждем всех. Сколько у вас человек в команде? Порядка 25. Планируете открывать офисы в других городах, расширяться? Пока не планируем открывать. Больше сосредоточены на то, чтобы развить нынешних ребят и сделать из них действительно акул арбитража, так чтобы всем дали. А как давно вообще в индустрии, как давно команду организовали? Ну, команде порядка 2 лет. То есть начинали мы там с пару человек, сейчас уже 25, поэтому растем. Как настроение? Слушай, настроение отличное, очень веселая обстановка, покер. Кстати, участвуешь? Надо PlayStation выиграть. Да, нужен, но мы решили как бы проверенных бойцов отправить. Отправили? Да, отправили. Они выбыли? Выбыли, но у нас есть вторая попытка. Сейчас еще залетят. Да. Залетят уже прям самые опытные бойцы. Ну, я желаю вашей команде огромного роста. Вы красавчики, с отличным трафиком, известные ребята. Вот. Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Ну и в целом, давайте развиваться, общаться, дружить и встретимся на следующих митапах. Йоу, круто!